Железный город. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин, мой собеседник Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. Добрый день, Павел. Добрый день. В арсенале Кировской экспертно-строительной организации появился уникальный для Кировской области прибор. Это 3D-сканер, который имеет широкое применение в промышленном, в гражданском строительстве. И хочу сразу начать с вопросов, каков функционал этого прибора и общие характеристики. Угу. Ну, во-первых, этот прибор уникален только для Кировской области, на самом деле по России. И по миру достаточно много таких приборов. В чем его суть? Суть в том, что мы получаем с помощью этого прибора некий образ создания, сооружения, либо помещения, либо какой-то конструкции. Да? Любого размера. Любого размера, ну, в зависимости от технических характеристик непосредственно самого прибора. Вот это ускоряет нам процесс обмерных работ, то есть фасады мы быстро меряем, там, какие-то помещения, которые можно передать проектировщику. В том числе мы получаем 3D-картинку, которая в дальнейшем может использована именно проектными организациями как создание 3D-моделей здания, в том числе для того, чтобы его либо вывести на капремонт, чтобы посмотреть, какие там дефекты существуют, либо провести реконструкцию. То есть это цифровизация объекта, да, о которой говорится очень много в последнее время, о необходимости этой работы. Да. То есть у нас правительство как раз берет курс на цифровизацию строительной отрасли, она сейчас у нас идет достаточно большими темпами. И вот как раз вот этот прибор – это один из комплексов развития как раз вот этой цифровизации, которая нам как раз вот позволяет создавать трехмерные модели зданий, сооружений и выдавать вот как раз, как вы правильно сказали, именно в цифре. То есть мы уходим от, в том числе от бумажных каких-то дел, от бумажных носителей, и, условно говоря, заказчик получает ссылку, где хранится вся информация о здании, начиная там от его возведения, заканчивая его сносом. В том числе вот как раз вот это 3D-сканирование нам позволяет обмерять как готовое здание, так и строящееся здание, так и замороженное здание, архитектурное назначение, большие склады, ангары и так далее. Одно из, повторимся, да, уникальных преимуществ этого устройства заключается в том, что работа ускоряется намного. Работа, да, ускоряется и становится более точной. По старинке привыкли многие с рулеточкой, да, там, да, буквально, да, работать, а тут ничего, никаких этих вот манипуляций здесь не надо предпринимать. Здесь, по большому счету, прибор, инженер, и далее уже на компьютере он обрабатывает информацию и получает уже конкретное здание с конкретными параметрами. Вы этим в том числе всем и занимаетесь? Да. То есть, да, вот полный цикл. Дальнейшая обработка после непосредственной работы. Полный цикл. Мы можем как просто передать в облакоточек, так называемое, либо полностью произвести очерчивание и, соответственно, выдать уже результат в более точном формате. Тем, кто заинтересовался, мы должны напомнить контакты Кировской экспертно-строительной организации, куда обращаться, Павел. Город Киров, Московская, 107Б, второй этаж, либо по телефону 219-900. Благодарю, Павел Рылов, руководитель Кировской экспертно-строительной организации. Полезный город.